Итак, дан старт приза «Ковбой» для лошадей 3 лет орловской породы. Со старта «Сбавить беспечный», а бег повела «Пила» на втором месте. «Созерцатель», далее «Жарпей», «Курант» и замыкает «Беспечный», плохо принявший старт. «Сбавить Жарпей», а бег ведут «Пила» на втором месте. А бег ведут «Созерцатели», «Пила», «Голова в голову». За 34,2 секунды пройдена первая четверть дистанции. Участники заезда проходят перед трибунами. Бег ведет «Созерцатель», на втором месте «Пила», далее у них «Спине с просветом», «Жарпей», «Курант» и замыкает «Беспечный». Участники выстроились друг за другом, бег ведет «Созерцатель». На втором месте по-прежнему «Пила», на третьем «Жарпей», на четвертом «Курант» и замыкает «Беспечный». В таком порядке участники заезда проходят вторую четверть дистанции. За 36,7 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Бег ведет по-прежнему «Созерцатель» под управлением мастера-наездника Венера Абсаликова. На втором месте «Пила», на третьем «Жарпей», далее «Курант» и замыкает «Беспечный». В таком порядке участники заезда проходят противоположную прямую, входят в левый поворот и подходят к отметке третьей четверти дистанции. Бег по-прежнему ведет «Созерцатель». Сбоит «Жарпей», бег ведет «Созерцатель», на втором месте «Пила». За 34 секунды ровно пройдена третья четверть дистанции. Участники заезда выходят на финишную прямую. Итак, участники заезда на финишной прямой первого заезда, первого гита приза «Ковбоя» для лошадей 3 лет орловской рысистой породы. В борьбе идут «Пила», выходит вперед «Пила», тут же «Курант» с поля. Итак, заканчивает «Голова в голову», третий номер «Пила», первый номер «Курант». Победителя определит фотофиниш. Далее финиширует «Жарпей», «Созерцатель» и галопом к столбу «Беспечный».